А сегодня уже едем на Кипр. Все серьезно, все за забором. Дядя, в общем, не хотел нас пускать, говорит, у Алисы нет билета. А? Нет, есть. Да, надо просто внимательнее смотреть. Они не внимательно, просто смотреть. Да, читать надо уметь вообще, для начала. Ну, вот и наш номер, сейчас посмотрим, что он из себя представляет. Свет-то хоть есть? Вот, суперлюкс. Ой, у нас даже туалет. Свой. Ничего себе. Вот покрывал, наверное. Что? Нет. Можно я руки помою? Нет, нельзя. У нас свой номер. Ребят, я нашел душ. У нас есть душ. Слушай, хватит хихикать, сиди. Подводной лодки, она вот здесь всплыла. Очень интересно. Раскрываем секреты. Военные тайны Турции. Идем в центр города и на окраину искать наши заранее забронированные автомобили.